вами снова я, Карл Джексон. И вот, как вы видите, мы сегодня будем... я вам буду показывать, во что я играю, в какие игры ВКонтакте. Да, я ВКонтакте есть, а как я зовут, сами узнаете. Значит, смотрите, вот он я. Значит, играю в шахматы. Включаю музыку, чтобы пушка не было. Да, всякие разные натовские мелодии я, естественно, буду пропускать. Ну что, приглашаем на 3 минуты на ход, будем играть. Кто отклоняется, мы того добавляем в черный список, нафиг нам такие нужны, если хотят играть, кто отклоняется. Точнее, кто отклоняется, да. Ну да, я так сказал, мой ход. Значит, ну как мы ходим, сейчас я скажу, как мы ходим. Ну, значит, мы ходим. Мы ходим вот таким вот образом, вот так вот. Дальше идем. Вадим Севальник. Как же он выглядит? Никак. Так он сходил. О, не так он сходил, а вот так он сходил. Ага. Так, я схожу вот так вот. Он сходил вот так вот. Ладно, я тоже хожу вот так вот. Так, вот так вот ходил, ага. Значит, я тогда краем хожу. У меня 20 уровень в 3 минутах на ход. 20 я место, точнее. Чем меньше места, тем лучше. Да. Там долго мы. Уже дольше, чем я думаю. Дует. Да. Смотри, смотри, как же он пойдет. Там решил ладью назад убрать. Не на место где-то. Я скажу вот так вот пешкой. Чё мне? Чё мне стать дом построить? Ну хай ходит сходить, ну ладно. Вот еще. Врем. Так вот, ладно. Ложим сюда. Это реально просто. Минуту думает. Думает, как же его сходить, да? Вот каждый раз в начале нового дня я буду разные игры ВКонтакте показывать. Их всего там штук. 7, по-моему, или 8. Нет, 6. Я не помню точно, но их... Если вместе все посчитать с этим, если не считать шахмат, то будет 10. А, и не считай еще одного бильярда, который у меня... Фиг знает, как работает. Вот так вот, пешка. Так. Долго же он думает. Ладно, тут ходит пешкой, а мы его пешку рубим своей пешкой. А чё? А как? Он сейчас ладью схомячит, наверное, да? Он сейчас ладью схомячит. То есть ферзя, ладья это, которая по углам стоит. Ладью он схомячит хотел. Ладно, да чё, туда вот так вот схожу. Вот сюда. Да. Вот так вот пешкой, а тогда... А да, его ферзя жру. Ставлю ему шах. Чем же он сожрет? Слоном. Ладно. Значит, я тогда возвращаю своего слона обратно. Почти. Под другого слона. Как же он сходит? Как он ходит вообще? Прикольно. Так, он сходил, получается, вот так вот, да? А мы тогда сходим. Так вот конем. Ну. Так. Ага, что он так решил сходить? Ну, это рокировочку сделаю, пожалуй. Он тоже решил это сделать. Ладно. Значит, я тогда ладьей бью его слона.
Если что, я играю теми, которые снизу. Ну, да, мы поняли уже. В принципе, об этой игре говорить нечего. Шахматы есть шахматы. Что-то еще сказать. Да. Не знаю, идти, играть ли еще в что-нибудь. Одну минуту. Да, наверное, еще. Короче, буду еще по времени насмотреть, сколько еще можно. Мы тогда насчет так сходим. Сходим. Слоном ударил пешку. Так, он получается вот так вот ходит с слоном. А мы тогда... Вот так вот. Уже 5 минут, что я думаю. А, какая-то Елена Чайка смотрит. В четвертом месте. Это выше, чем мое место. Че она думает по этому поводу? Даже не знаю. Я больше у него срубил, так что... Я 6 фигур собрал, он у меня 4. Долго вообще, пипец, как долго думает. Она уже ушла, ну и ладно, не очень хотелось. Что-то она еще реально долго думает. 6 минут уже думает. Ой, как же это долго. Но если время закончится, по-моему, он проиграет. Ну вот он уже сходил. Да, вообще тогда вот так вот схожу. Сейчас сосублю его. Ладью своим слоном, он, естественно, думает. Так вот рубить, а это тогда... Поставлю шах ладьей. Он срубит эту ладью. А я, наверное, срубил эту, да? Да, я это так сделал. Вот у него шах. А вот конь решил защитить его. А я наступлю этого коня. Все, я ему мат поставил. Вот так вот. Нет, у меня все еще 20 место. Надо как-то скушать. Надо хотя бы на одно повышение. Дочка. Не-не-не-не-не, не зовите меня. Я хочу на одну минуту. Только на одну минуту. Ну чё? Сейчас теперь я играю черными. Нет, спасибо. Так, ну чё, получается, если он ходит вот так вот, тогда, значит, я хожу вот так вот. Чё за Ашот Мартиросян? Неизвестно, какой это человек. Ладно. Значит, я хожу вот так вот. Он ходит вот так. Так вот ходит, и значит. Ну вот так вот. Он ходит вот так вот. А тогда вот так вот. Шахматы я больше люблю, чем шашки.
шахматах надо больше думать, чем в шахматах. То есть, чем в шашках. В шахматах, да. Так. Чуган как быстро думает-то. Чуган молодец, как быстро соображает. Так. Да, так тут одна... Тут же одна минута. Да, тут же одна минута на ход. Поэтому он быстрее соображает. Так вот, рубим. Кстати, знаете, что за фишер? Фишер. Тут фишер. Вам не будет видно, но... Фишер. Короче, это типа... Там рандомно фигура строится. Но я ни за что не пойду. Это, если бы можно было тут... поставить фигуру тут специально. Мне могу, я бы забыл, понял. Ну, я люблю в обычную версию играть там. 3 минуты на ход, 1 минута ход, 10 минут на блиц. Типа вообще. Так. Сейчас вот так вот ходил, а это расскажу. Вот так вот. Так, вот срубил моего коня. Я хожу вот так вот конем. Я не сдаюсь в этой игре никогда. Я либо до мата, себе мат или ему мат. Так, что-то... Так, значит, я так вот хожу. Задумался, сделал рокировку. И что мы так делаем? Таких средних умов, на самом деле, игра, да, заставляют попотеть. Да. Так, так вот, ходим. Сейчас я схожу. Это так углюсь только не своим конем. Да. Он пытается убить другим конем моего коня. Так, значит, сюда я тогда возьму, да и схожу этим пешкой. Так, я сходил ферзем, а это, да, схожу я ферзем вот в эту сторону. Он так вот сходил, срубив мою пешку. Это досублю его слона своим конем. Так, он рубит коня перзем. Это ничего не остается, кроме как срубить его пешку своим перзем. И ставить ему шах. Таким образом, он, получается, отбежал немножко в угол. Я тогда хожу вот так вот. Не знаю, что он сделает, срубит, не срубит. Ну и, кстати, если он срубит, тогда у слоном срублю этого ферзя. Куда он денется, не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас он решил как-то обмануть меня, но если я срублю его своим ферзом, вот это мне пешкой срубит. Даже... А нет, даже конем он срубил, понятно. Начнем дальше. Делаем маркировочку. Поле чудес на заднем плане. Барабаны старой версии. Так. Ну, пока что я дольше думаю. Да, ну... Я размысливаю ходы, размысливаю как-то более-менее. Так, он уже срубил. Вот так это рублю слоном. Блин, мне мало фигур остается. Так. Так, так вот ходим.
Так вот. Так. Так. Вот так вот. Так вот. Так, что-то он так вот пешка сходила, это значит... Да вот так вот хожу. Погоди-ка, зачем я это сделал? Не знаю. А, точно, чтобы пешкой срубить. Так, что он так вот делает? А, если я схожу сейчас пешкой. Давай этой пешкой схожу. А, он сейчас эту срубит. А потом он эту сможет срубить, потому что... Да. Да, песенка про киномана опять-таки. Он уже королем подбирается. Так, погоди. Тех. Но я все равно пешкой вернулся. Хожу. Если он выбьет. Игру свернул, это что, он сдался. О, 9-е место, даже так. Ой, я нечаянно повторил за этой. Короче, когда сдаться. Сдаться. Сдаться легче всего. А вот поиграть как следует, нормально. 15 противников, как мало. А не помню, какое мне место было. Короче, типа я это. Короче, давайте еще блиц на 10 минут и все, думаю, надо разворачиваться. Ты уже не знаю, сколько я записываю. Не нужно блиц 5 минут. Я хочу блиц 10 минут. Так, мой ход, надо быстро ходить, потому что, иначе можно... Свет, тут же всего дается на ход. 10 минут. Так что, то есть на всю игру, общие, это, 10 минут. Вот, буду еще так вот королем, а конем. Я мешаю ему тут. Так, нате. Я не знаю, на каком я тут месте, но кто знает. Я на заднем плане Street Fighter, но это уже пофиг. Получается вот так вот, а я вот так вот. Схвачено выигрываю. Кстати, что за Александр Адаманов? Понятно, ладно, никогда. На тут время точно надо. Но тут времени мало, так что надо. Да вот так вот схожу. Фога. Так, ну так вот сходил. Так вот. Вот туда. Хожу. Вот в эту сторону. Он сейчас делает рокировку, а я тогда повторю за ним это действие. Так, рокировка делается, чтобы защитить короля. Так что, да, в любом случае надо защищать короля, потому что если ему объявить мат, то это все. Так что сейчас делаем. Так. Все вот так вот делаем.
Схожу. Играет тот, кому поставит мат, или у кого хочется время. Ну, вряд ли это буду я. По крайней мере, если мне хочется время мат, поставить мне можно. Каким-то немыслимым образом. Вот же ты ж. А хотя он мой инструмент, так что не такой уж. Ага. Вот так вот делаем. Угу. Вот так вот. Пешку свою конем. Так.
Мало времени. Так, кто уже сходил? Нет. Ах ты гад, он единственный возможный ход. Вот собака, а как я сходил? А, что он убил? Ну что, он ходит опять. О! Да, поставьте меня, чувак, мне нравится музыка. Че это израла, что музыка, так что ничего не знаю. Если выживу, ну и... Вообще, когда я раньше играл в эти шахматы ВК, вообще редко кто-то сдавался, особенно на блицах. Хотя в блице-то редко играл. Раньше тут было, по-моему, просто 5 минут, а сейчас они обновились, то есть не сейчас, они еще давно обновились. Вот. Опять шах, чё? А мы тогда пока потихому его пешек будем рубить. Ну, что-нибудь своими пешками моих убить, а пока... Да, вот этой пешки так вот иду. Это собака-то, то а мы пока возьмем вот так вот по-тихому. У него меньше времени, чем у меня, так что... Посмотрим, что будет. Что дальше? Он еще уже на 2 минуты. Он сдался.
Че, я на 152-м. И это... неплохо, ну чё? Не знаю. Даже не знаю, продолжать или не продолжать, пожалуй. Я, пожалуй, закончу. Ладно, хочу, тебе интересно.